Алтайский край превысил прошлогодний максимум по выпуску сливочного масла почти на 1000 тонн. Это 5,3%. И теперь наш регион вышел на первое место в России по выпуску этого продукта. Кроме того, в крае отмечен существенный прирост производства детской молочной продукции. За год на 15,5%. Выросли показатели и по цельномолочной почти на 3%. А сыра стали вырабатывать больше на 0,5%. В итоге наш регион сохранил за собой лидирующее место в стране по производству сыров и сырных продуктов, а также сухой молочной сыворотки.